Я вот недавно смотрел там на Ютубе про Насвай. Как там, да. Ну и что там Насвай? Что-то мне рассказывали про него. Там жуют его, да? Ну его из табака делают. Там известь добавляют, залу. Все это перемешивают. И что, вставляют? Да? Ну это такая же тема, как и сигареты. Просто привыкаешь к ним. Да и фигня это все. Тебе это не поможет это, Саша. Это не для тебя. Это так, фигня. Дрочь. Ну да. Но факт то, что они там курят мало сигареты вообще, редкий случай. Хотя табака сажают очень много. В основном все на свай. На свай. Да. Все на свай. Они там в России запрещен на свай. Они там Россию его там поставляют. Ну там уже как-то они сами двигают это все. И нормально так живут, зажиточно. Все, короче, табак сажают. А ты не слышал, вот вчера, короче, я телек смотрел, там, короче, этот закон принимали или не приняли его, короче, чтобы разрешить вот это в лечебных целях, ну, эту... Марихуану? Марихуану, да. Ну, я могу тебе сказать, вот, от недалеко тут от нас, короче, находится город Глухов. О, я такой первый раз слышу. Город Глухов, да, недалеко здесь. Ну, это он украинский уже. И получается, что у них там маленькая Чуйская долина, короче. Они там вообще изначально всю дорогу были селекционеры по каннабису, поэтому. Даже там где-то в музее там какой-то конопли, там ихний селекционер, там висит портрет его как уважаемого типа. И вот они там типа это, с украинскими властями там, что-то труд, короче. Пока что у них разрешение, как, ну, без содержания тетраканнабинола, короче, можно выращивать там. А лечебную марихуану, там, короче, не помню, как называется, сейчас вспомню. Но есть конопля, которая, в которой тетраканнабинол, который вставляет, а есть еще второе вещество. Типа заменитель, что ли? Нет, есть второе вещество, которое в ней содержится. Ой, тоже что-то на Т, но не помню, как называется. Ну, фича какая. Там содержание ТНК маленькое, а вот второе вещество большое, оно в лечебных целях, короче, помогает. Очень круто для больных раком там и прочей фигней. Так а этот, он же продавался в аптеках, так и так, Ганчубас. Где? Ну вот я лежал с пацаном когда-то, вот лет 5 назад. У него бабка, то, ну ей в аптеке она покупала. Траву? Да. Хорош. Не, правда, он мне рассказывал. В какой-то аптеке такое было? Ну, я не знаю, в какой аптеке. Не знаю, что-то я видел. Может, там... по ушам чисто проедет. Я знаю, там сигареты с ромашкой продавали. Да? Да, чтобы курить их для горла, там что-то такое. А-а-а. Про такое я не слышал. Потому что кто там президент сейчас на Украине? Ну, этот, Зеленский. Ну, вот Зеленский, там он это интервью давал, что типа... я не хочу, типа, я сейчас разрешу вам тут медицинскую коноплю развалить, а потом все скажете, что я тут устраиваю наркотрафики. Типа того, пока кто очень сильно хочет этим заниматься, пока пусть подождут, пока типа мы все тут разрулим, все это сделаем правильно. А то сейчас скажу все, давайте, и все начнут садить и говорить, что это самое, я лечусь, братан. Ну это да. Я лечусь. А он мне говорил, что типа он приходил к бабке. Я говорю, приходил к бабке. И бабка подзабьет там пару пяток. Да, косяков. И ему говорит, курим с ней там. А кухнар бабка не...